Незаконная деятельность фигурантов выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области. Установлено, что руководитель одной из микрокредитных организаций получал от неустановленных сообщников персональные данные граждан и через соответствующее программное обеспечение оформлял на иных лиц кредитные карты одного из крупных банков, которые в дальнейшем обналичивались злоумышленниками. На ничего не подозревающих граждан оформлялись кредиты на суммы до 120 тысяч рублей. Также полицейским установлен один из сообщников фигуранта. В ходе проведения обысковых мероприятий оперативниками изъято более 100 кредитных карт и около 300 заявлений на выдачу кредитов, подготовленных от граждан. По выявленным фактам следственной частью Следственного управления МВД России по городу Саратову возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных пунктом Г части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В настоящее время реализуется комплекс оперативных и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов, а также установление всех участников незаконной деятельности. Расследование уголовных дел продолжается. Двоим обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.